чем будет опись имущества, если автомобиль будет арестован, реализован еще погашение задолженности. Давайте пройдемте к автомобилю. Пойдем. Здравствуйте, вы кто? Мама все. Ключи и права, ключи, техпаспорт, все данные дайте. Мы-то вас забирать не будем, это уже у вас вопрос по линии будет уже сотрудникам ГИБДД. А у нас мы у вас арестован автомобиль, забираем его. А вы почему не являлись? Мы к вашим родителям неоднократно вызывали, приезжали. Родители не должны же ваши штрафы оплачивать, наверное.